Санюта Никая 21.10. Тхиранама Сутта. К монаху по имени Тхера. Однажды благословенный пребывал рядом с Раджагахой в бамбуковой роще, святилище белок. В то время один монах по имени Тхера проживал в уединении и восхвалял добродетель уединенного проживания. В одиночку он ходил в деревню за подаянием. В одиночку он возвращался. В одиночку сидел в медитации. И в одиночку медитировал при ходьбе. Тогда большая группа монахов отправилась к благословенному. И по прибытии, поклонившись, они сели рядом. Тогда они сказали ему: «Учитель, есть один монах по имени Тхера, который живет в уединении и восхваляет добродетель уединенного проживания». Тогда благословенный обратился к одному монаху: «Пойди, монах, от моего имени позови монаха по имени Тхера и скажи ему: учитель зовет тебя, мой друг». «Как скажете, учитель», — ответил монах и отправился к достопочтенному Тхере. По прибытии он сказал: «Учитель зовет тебя, мой друг». «Как скажешь, мой друг», — ответил достопочтенный Тхера. И он отправился к благословенному, и по прибытии, поклонившись, сел рядом. Тогда благословенный обратился к нему: «Правда ли, Тхера, что ты проживаешь в уединении и восхваляешь добродетель уединенного проживания?» «Да, учитель». «Но как ты проживаешь в уединении и восхваляешь добродетель уединенного проживания?» «Учитель, в одиночку я хожу в деревню за подаянием. В одиночку я возвращаюсь. В одиночку сижу я в медитации. И в одиночку медитирую при ходьбе. Вот как я проживаю в уединении и восхваляю добродетель уединенного проживания». «Так следует проживать в уединении, Тхера. Я не говорю о том, что это неправильно. Тем не менее, послушай о том, как твое проживание в уединении будет совершенным в деталях. Слушай внимательно, я буду говорить». «Как скажете, учитель», — ответил достопочтенный Тхера. Благословенный сказал: «И каким образом проживание в уединении совершенно в деталях? Когда прошлое отброшено, будущее оставлено, и хорошо ослаблена любая страсть и жажда по отношению к состояниям, что достигнуты в настоящем. Таково житие в уединении, совершенное в деталях». Так сказал благословенный. И, сказав это, он далее добавил: «Все победившего, все знающего, умного, не прилипающего по отношению ко всем вещам, все оставившего, освобожденного с окончанием жажды, такого я называю тем, кто проживает в уединении».